видимо, орки заканчиваются, потому, наверное, Пуйло и обратилась к Кадырову. Но кадыровцы, видимо, тоже заканчиваются. Белорусы воевать особо не хотят, и правильно, собственно говоря, делать. Уж кому-кому, а белорусам точно с нами делить нечего. Вот. И Пуйло ничего умнее не мог придумать, как только обратиться уже к Башару Асаду за помощью. Честно говоря, не особо представляю, как сирийцы будут воевать. Сирийцы, которые, собственно говоря, снега, наверное, в глаза никогда не видели, будут воевать у нас тут весной на нашем черноземе. Слабо себе это представляю. Но, видимо, там тоже что-то пошло не так. И эти товарищи решили уже обратиться к следующим мерам. Это они надумали досрочно выпускать курсантов военных училищ для подкрепления, так сказать, своих войск на территории Украины. Ну, не знаю, насколько детьми можно укрепить наступление. Ну, посмотрим. Вот. Я думаю, что это глупая затея, очередная идиотская. Вот. И все-таки победа будет за нами. Вот так вот.